ребята, и вы на канале Сестрички Лав. И с вами я, Ксюша. 14 июня мы уезжаем с Маргаритой в лагерь. И сегодня я буду собирать рюкзаки. Маргарита тоже сняла такое видео, только на своем канале. Обязательно переходите по ссылочке в описании и смотрите, что она взяла с собой. Ну а сейчас я покажу, что я возьму. Ну что, поехали? Вот у меня есть такой вот списочек. Здесь все, что мне нужно. Главное ничего не забыть. А начнем мы с рюкзаков. Вот это мой рюкзак. Я только вот с этим пойду. Я думаю, что все поместится. Это мой школьный. И еще папин вот. Огромный. Папа мне его одолжил. Но даже больше, чем этот. Начинаем. Посмотрим, что у нас первое по списку. Спальный мешок у меня нет. Спальный мешок не обязательно. Можно взять просто одеяло. Я возьму одеяло. Вот мое одеяло. Мне его нужно хорошенько сложить, а я не умею складывать. Вот мы сложили вот такую колбаску и вот сюда. И все, больше места нету. О. Как это записано? Мама, тут что-то шумит, звенит. Там деньги. И сколько там? О май гаш, огромная монетка! 1 франк 50. Спасибо, папа. Тут франки 90, почему не 2? Не густо. На конфетку хватит. В этот рюкзак я поместила одеяло. Еще много места. Следующее по списку. Сюда оставим галочку. Это у меня есть. Нижнее белье на 4 дня. Это я потом положу. Носки. 4 пары носок, еще вандер зокаем. Вот 4 пары носочков. Вот 2. Вообще-то мне надо 3 маленькие и 1 большая. У меня тут 2 маленькие и 2 большие. Вот носочки положу в этот рюкзак. Маленький кармашек. Сюда. Назад. Свай. Секс. Фертик. Фертик. Дальше. Дальше по списку... Штаны. 1. По списку 2 штуки штанов. Вот. И вот. Поеду я тоже в штанах. Вот это. Вот. Мне еще нужно взять шорты, но я не ношу шорты, поэтому я возьму тоненькие штаны. Так, отмечаем. Вот это у нас есть, а это мне не надо. Пижама. Пижаму я потом положу, потому что я сплю в штанах и в шортах. Нет, в шортах и в футболке. Тишерт. Я пойду в это и возьму еще 2 футболки. Так, все. Это у нас есть. Пуловер, толстовки. Нужно взять 2 штуки. Вдруг будет холодно. Я возьму вот эту, потом я еще одну надену. Я возьму не 2, а 3, на всякий случай. Вот эту беляешь и еще одну беляешь. Капюшоном. Так, все, толстовки внутри. Следующая по списку — это дождевик, а у меня нет. Я возьму эту куртку. Опять открылась. Все, что я в руки беру, оно все открывается. Вот так, вот так. Следующее — это солнечные очки или это кепки, или панамки. Я возьму панамки. Я возьму все мои панамки, только Adidas не возьму, потому что она очень большая. Они много места не занимают. А в черный я поеду. Вот сюда я уберу. Вот, в карман. И на всякий случай шапку. Вдруг снег пойдет. Там не написано, но я все равно возьму. Шапку обязательно. Регняк, кепсон были. Вот купальник. Полотенце. Вот полотенце. 2 больших и 1 маленькое. Куда? Я не знаю. Сюда поместилось 2 полотенца. Ну, 1 большое, 1 маленькое. Купальник у меня мокрый, я потом положу, когда он высохнет. Нужно взять бодосы для гора, только вот эти. Вот эти тоже подойдут. Вот этот поместите. Влазите. Все. Я хочу взять маску. Мы будем там плавать, тут тоже есть место, тут можно. И это еще надо. Еще нужны тапочки домашние, это мои школьные. Учитель сказал, если нету, значит можно школьные взять. Есть. Не втыкается вам никуда. Не втыкается. Следующее я возьму капли для глаз и вот в нос, потому что у меня аллергия. Потом еще это от комаров. Когда покусают комары, нужно помазать. У меня тоже аллергия на комариные укусы. Обязательно крем для солнца. Зубную щетку и это, зубную пасту потом положу. Перед отъездом. Я вообще-то хотела, чтобы мама мне косички заплела. Не знаю, если мне расческа помазывается. У Маргариты есть расческа, мне не надо, потому что я хочу косички, а у Маргариты уже есть. Вот это у меня есть.
Ну тут можно взять что-то, чтобы поиграть. Можно взять настольные игры или книжку. У меня есть, да, у тебя книжки, я все брала. Я возьму игру Uno. Вот. Нет, тут сейчас пока по карману. Лучше беру, тут все равно не видно, что тут. В нашей группе будет 4 девочки. Я, Маргарита, Деля и Вивиан. У нас в комнате будут двухъярусные кровати. Маргарита будет наверху, Вивиан наверху, я, Деля, внизу. Мы постараемся с вами снять влог. Вы можете его увидеть на влоговом канале, ссылочка в описании. Вот это у меня есть. Теперь нужно еще... Нужен пакетик для грязных вещей. Вот пакет для грязных вещей. Надо расположить. И это тоже боковой, потому что тут еще есть место. Еще нужен ножик и фонарик, но я не хочу фонарик. А ножик я завтра куплю. Мы, наверное, пойдем в поход и будем, наверное, жарить что-то на костре. Нужен ножик, чтобы наточить палочки. И медикаменты. Еще нужно купить таблетки от укачивания. А то нас самолет может укачать. Нам ехать целых 1,5 часа на автобусе. Автобус у нас будет 2-этажный. И всего будет 50 детей и 5 учителей. Еще я возьму наволочку на подушку. Там еще это дают, но я хочу свою. Еще можно конфеты купить, чтобы когда мы будем ехать, кушать. Я же забыла взять мои мягкие игрушки. Мишка и зайчик. С ними я буду спать. Я не могу без них. И закрываются. Ну что, ребята, вот я собралась. Варю заказ. Наконец-то. Давайте я их надену. Ну, ты не такой тяжелый, как я думала. Ух. Опа-ра. Ух, я чуть не боялся. Все, я готова. Ну что, ребят, не пропускайте наше новое видео. Смотрите, как собираю с Маргаритой влоги. Ждите наши влоги. А на сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!